Ночь предопределения мусульманами всего мира отмечается на 27-ю ночь месяца Рамадан. По преданию, именно в эту ночь много веков назад пророку Мухаммаду Аллах через архангела Гавриила ниспослал первые суры Корана. Произошло это божественное событие в 610 году в пещере Хира, неподалеку от Мекки. С тех пор правоверные особо почитают эту ночь и до самого утра проводят ее в поклонении Всевышнему. В Коране говорится, что богослужения, совершенные в ночь предопределения, равны тысяче месяцев. Сегодняшняя ночь продлится всего 5 часов. Правоверным необходимо воспользоваться ею, поскольку богослужения, совершенные в эту ночь, приравниваются к 83 годам и 3 месяцам жизни, проведенным в молитвах и благих делах. До рассвета в мечетях будут идти специальные проповеди. Прихожане будут читать различные молитвы, Коран и хадисы пророка Мухаммада. Если кто-либо по каким-то причинам не сможет прийти в мечеть, то можно дома совершать все эти богослужения, а также смотреть специальные религиозные программы. Благо, в Казахстане есть религиозный канал «Асыл-Арна». Ислам призывает в эту ночь быть особенно приветливыми и здороваться со всеми за руки, поскольку по преданию до утра среди людей будут ходить ангелы в человеческом обличье. По словам имамов, необходимо всю ночь усердно молиться и просить прощения за совершенные проступки. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».